Критическая засуха, эмбарго, цена на продажу в половину ниже себестоимости продукции. В сезоне 2022 года аграрии сталкиваются с множеством проблем. Виноградари не исключение. Около 8 тонн винограда с гектара планируют собрать в этом году аграрий из Кангаза Григорий Сабия. Но несмотря на хороший урожай, настроение у предпринимателя не очень хорошее. Поставки в Россию сейчас невозможны, а для Европы молдавский виноград слишком низкого качества. Единственный выход – сдавать виноград на винзаводы, которые дают слишком низкие цены. Два раза ниже в этом году цена, а затраты в два раза больше. В среднем получится 8 тонн с гектара. Что касается технических сортов, они в этом году не окупят себя. Что касается именно Молдовы, и за 5 лет у нас только прошлый год мы смогли убрать там выше среднего качества продукцию. А какие проблемы? Проблемы засуха, растрескивание ягод осенью, проблема града. И у нас только один путь – это сдать на местные винзаводы, которые дают тоже цену 2,50-2,70 при себестоимости Молдовы 5 лей. Поэтому он у нас будет в этом году чересчур убыточный. Винзаводы не только скупают продукцию по низким ценам, но еще и расплачиваются за нее в рассрочку. Если раньше виноградари получали авансы, то сейчас, чтобы вырастить продукцию, им пришлось брать кредиты. Аграрии надеются на помощь от государства в части закрытия агрокредитов. Мы купили технику, к примеру, да, субсидии возвращают, вопросов нету. По топливу получили уже субсидии. Более детальный подход должен быть по кредитам. К примеру, тело кредита оставлять, пролонгировать на последующий срок, а вот проценты можно гасить. Вот это было бы очень хорошая помощь. Сейчас грабли стоят везде. Учитывая все трудности агробизнеса в нынешних условиях, Григорий Сабия посоветовал закладывать новые виноградники с максимальной осторожностью. Выгодно создавать молодые виноградники в том случае, если индивидуальный подход и на маленьких площадях. Мы должны возделать те сорта, которые традиционно рассчитаны для нашей Молдовы и уникальны в своем вкусе или там в цвете. Посоветую одно: сажать, но с осторожностью. Изучив сначала рынок. Очень осторожно. Сейчас грабли стоят везде. По данным за 2021 год в Гагаузии насчитывалось более 4000 гектар виноградных плантаций.